Профилактические беседы не помогли. Госкомитет национальной безопасности сегодня задержал Алтынбека Ибраимова, известного в своих кругах по прозвищу Алтуха. Сообщается, что операция по задержанию была проведена в рамках борьбы с организованной преступностью. Ибраимова водворили в ВВС СИЗО ГКНБ. Эта встреча с правоохранителями у известного крим-авторитета состоялась несколько дней назад. Активного члена ОПГ вызывали на профилактическую беседу, чтобы объяснить ранее судимому смотрящему, что в стране с недавних пор начали жестко пресекать разгул криминалитета и деятельность организованных преступных группировок. Запечатленный фрагмент серьезного разговора бандита с оперативниками был опубликован в социальных сетях и на новостных сайтах. Я слышал, что ты хочешь стать вором в законе, но... Просто одно надо запомнить, да? одну вещь надо запомнить. Mm-hmm. Такого уже не будет, что когда мы опера есть, ОПГ никогда голову не поднимет. Без проблем. Вот только пока блюстители порядка считают, что разгулу криминалитета в стране не место, сводки новостей пополняют сообщения о совершенных новых преступлениях. Одно из резонансных происшествий случилось вчера в Ворской области. Вооруженное нападение, больше напоминающее охоту на милиционеров. Накануне примерно в час ночи в Каракульджинском районе Ворской области неизвестный мужчина открыл огонь по правоохранителям. Сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних, находившегося в его собственной машине, неизвестный мужчина ранил из охотничьего ружья. Пуля пробила лобовое стекло, правоохранитель же успел увернуться, но был ранен в плечо. Младший лейтенант СБ находился в принадлежащем ему автомобиле марки «Нива» на улице Суранбая, села Каракульджа. Неизвестный мужчина напал и открыл огонь из двуствольного огнестрельного оружия 16-го калибра по переднему боковому стеклу. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Когда следователь следственной службы Каракульджинского РОВД, младший лейтенант милиции ДК из стабильного огнестрельного оружия выстрелил один раз в сторону преступника. В это время нападавший сбежал с места преступления. Факт зарегистрировали в ИРПП. Начато расследование по статье «Покушение на убийство». Известно, что сегодня оба пострадавших милиционера госпитализированы. Они находятся на лечении в разных больницах. Один из них доставлен в Каракульджинскую территориальную больницу. Его состояние здоровья стабильное. Другой – в Ворскую межобластную объединенную клиническую больницу. Ему требуется операция. Диагноз пациента – множественное дробовое ранение мягких тканей грудной стенки, обеих легкого, ушиб и кровоизлияние паренхимы легких, ограниченный гемопневмоторакс справа, ограниченный гемоторакс слева. В больнице раненых сотрудников милиции сегодня навестил исполняющий обязанности начальника УВД Ошской области Джинишбек Абитов. Он отметил, что подозреваемого разыскивают. В Каракульджинском районе даже введена операция «Перехват». В селе Аккия и Каракульджа установлены посты. Сообщается, что на территории Ошской области это первое за последние 14 лет нападение на сотрудников милиции. Во многом потому остается неясным, что послужило причиной для обстрела правоохранителей. Пока милиционеры Ошской области ищут стрелка, их коллегам в столице также не приходится сидеть без работы. Оперативники столичной криминальной милиции раскрыли двойное убийство. Напомню, 2 января около 6 часов вечера в квартире одной из многоэтажек, расположенной по проспекту Айтматова, был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти от ножевых ранений в области груди. Задержать убийцу тогда не удалось. И вот спустя время мужчину 80-го года рождения, подозреваемого в совершении убийства, поймали. Со слов его самого на преступление он пошел ради денег. И это убийство не единственное, которое он совершил. В октябре месяце 2020 года убил женщину по имени Наталья. Труп лежал на этом месте. С плиты я облил его растворителем, зажег спичку, он мгновенно вспыхнул. Я, не дожидаясь, я сел в свой автомобиль и уехал. Подозреваемый в совершении обоих убийств водворен в ВВС ГУВД Бишкека. Оперативники же продолжают следствие и выясняют, причастен ли он к другим нераскрытым преступлениям.
А это уже другое задержание, но также сотрудниками ГУВД и также в столице. Оперативникам удалось поймать банду барсеточников, которые с помощью специальных пультов скрывали чужие автомобили, похищали из них сумки, кошельки и прочие ценные вещи. Факты многочисленных преступлений попадали на видеокамеры внешнего наблюдения. Несмотря на то, что бандиты тщательно скрывали свои лица и заметали следы, милиционеры разыскали подозреваемых. Ими оказались 4 парня – 28, 21 и 18 лет. Трое из них ранее уже были судимы. УВД Первомайского района 9 января 2021 года с письменным заявлением обратился гражданин Крымской республики, где просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, находясь в районе торгового центра «Бишкек-парк», путем взлома ключом открыли автомашину, принадлежащую заявителю, и тайно похитили из автомашины денежные средства, а также личные вещи заявителя. В настоящее время все подозреваемые во дворе ВВС ГУВД города Бишкек. В Телеграме увидели рекламу чипов и заказали. Один стоит $500. Мы купили два. Вот с их помощью больше 50 машин вскрыли. Еще одного мужчину сегодня задержали за хулиганство. Около 6 утра, будучи в нетрезвом состоянии, он устроил погром на одной из заправок жилмассива «Актилек». Известно, что мужчина попросил у сотрудников АЗС продать бензин и воду, однако те, увидев, что он пьян, отказали. После чего дебошир начал бить окна, двери и витрины в служебном помещении. Пьяного нарушителя доставили в управление внутренних дел Свердловского района. В едином реестре преступлений и проступков факт зарегистрирован по статье хулиганства. Сабина Дамаскинадия, Асакимбаев, НТС.